Король Дикой Охоты находился на палубе Нагльфара, огромного корабля, способного путешествовать между мирами. По совету Гейльса, ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем, артефактом, необходимым, чтобы завлечь Редина в ловушку. У тебя есть минутка? Конечно. После того, как ты оставила меня и Ян на острове Яблонь, что с тобой было? Я путешествовала. Сквозь время, пространство, разные миры. Я видела дома из стекла, бегала с единорогами по краю света, даже жила в подводном царстве. Свобода. Ты всегда любила ее вкус. И по-прежнему люблю. Так зачем же ты вернулась? Потому что я захлебнулась свободой. Когда все возможно, то вдруг это становится не так соблазнительно. Каково это — путешествовать между мирами? Приятно. Это трудно? Сначала было трудно, а со временем стало настолько же легко, как ездить верхом. Готов поспорить, что многие чародеи хотели бы этому научиться. Наверное, да. Но Авалах утверждает, что у них нет ни нужных знаний, ни навыков. Он сам учился этому 400 лет и все равно умеет только открывать существующие порталы и проходить через них. А я могу идти, где хочу и когда хочу. Как получается, что Иридин может тебя обнаружить? Когда я переношусь из мира в мир, то я вызываю что-то вроде волны, которую может почувствовать кто-то, кто этому обучен. Так, по крайней мере, это объясняет Авалах. И он тоже это может. То есть на самом деле ты не должна пользоваться своей силой? К счастью, эта волна возникает только при длительных переходах. Когда я переношусь на небольшие расстояния, помехи практически незаметны. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. Геральт? Спасибо, до свидания. Все уже здесь, мы ждали только тебя. Отплываем? Поднимаем якоря.
Теперь мы знаем, где его величество Эмгвир Варемрейс. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает, там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной империей. Здесь есть и свои плюсы. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Вигу. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Виго. Вы можете телепортировать меня на корабль Эмгвира? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорская почивальня. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилья нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Чародеи Эмгвира? Безусловно. Если о Фрингилье уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложе, но... С Фрингильей все сложнее. Она его подданная, и на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы, наконец, придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Я сам проберусь на корабль Императора. Вплавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи Императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал. И что получит взамен? Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Аэнейли. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Дириан с белых кораблей? Меня больше интересует, сможем ли мы использовать солнечный камень. Вы? Нет. Я, разумеется. С небольшой помощью чародеек. Часть которых уже блюет под палубой, а других мы не можем найти. Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Ольф. Он влюбился в эльфку из Айнсиды. Но Дилиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал, со временем сердце Дилиан смягчится. Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфке. Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфских. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Я пошел. Удачи.
У тебя есть минутка? Конечно. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. Да, Геральт? Чудесный у вас Уайн Эйли Мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками. А потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Айнсиды? Краснолюдов? Дриад? Мы такие же, как и вы. Потому что равно верим в то, что мы лучше других. Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Иридин, тем лучше. Совсем скоро эти твои чародейки передерутся друг с другом. Расскажи что-нибудь об этом карантине. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал Карантир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. При первой встрече с Цири ты взял ее в плен. Теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен. Она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну, конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть, даже дочь. Я вижу старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Иридина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель. И будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Прощай. Геральт? Спасибо, до свидания. Видел. Я тебе морду не бил? На что ты уставился? Тяжко было прибить всю эту чертовщину. Пусть твой топор никогда не затупится. Воистину, медвежью услугу оказала своему сыну Берна Бранд. Волк, ты видел? Черные псы решили нас запугать своими посудинами. Да видел, видел. Где Машавур? У Лугаса. Анкрайт на троне по-прежнему мешает ему, как заноза в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот друид и поехал к этому пустоголовому. Попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Машавуру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему... А, ничего не говори. Друид сам разберется. Прощай. Сердце, а для врагов топор. Красивый. Помни же.
По мне лучше добрый топор. Я хотел поговорить. Я нашел Цири. Ха! Я знал, что у тебя получится. Надеюсь, она жива и здорова. Да, она убегала от дикой охоты. Привези ее в Каэр-Трольде. Здесь она будет в безопасности. Да и я хоть взгляну на нее через столько лет. До свидания. У тебя есть минутка? Конечно. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. Где-то я тебя видел. Я тебе морду не бил? О, ведьма, говорят, вчера черных вместо рыбы вылавливали. Ну да. Выловил я одного, он на доске. Ты должен. Он мне обещал золотой перстень, если я его доставлю на сушу. Вот как? И что? Жарился ты над ним? Ну, нельзя же отказать потерпевшему крушение. А вот как на берег вышел, тут я ему горло и перерезал. Гвинблейд? Будем держаться вместе, и все будет хорошо. Рори, не жри столько! Это еще почему? Вербена, лебесток, ромашка. Ты живот мечом получишь. И вся эта селедка с кишками перемешается. От желудка? Тебя уж точно не спасут. Для любви. Вольмер верно говорит. Перед походом нельзя ни пить много, ни есть. Зато потом, сколько влезет. Я таких, как ты. Привет, Сьюста. С удовольствием взгляну на твои товары. И правильно. Если ты так ловко работаешь... Бывай. Предстань перед Яром. Он тебя выслушает. Человек. Бедный ты! Тоже вчера выпил?
Мое почтение, ведьмак. Чего еще хочет Крах? Мало ему того, что у него самый сильный флот, что он занял мой остров и посадил на трон свое дитё? В настоящей ситуации... В настоящей ситуации пусть Крах хлебает пиво, которое сам наварил. Если уж он такой могучий, то и с черными справится, и со мной. Ты не уважаешь наших обычаев! Я не встану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю Краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Хочешь, чтобы нильфгаардцы тебя на трон посадили? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Он не выдержит! И как вы, блядь, не носите? Здесь нельзя оставаться. Три! Ты, седой, умри! Руки прочь! Я сам его убью! Я за тобой сижу. С удовольствием посмотрю, как ты сдохнешь. Пойдем, здесь нельзя оставаться. Ты знаешь, перед кем ты задаешь? Я с удовольствием посмотрю. У тебя сегодня плохой день.
Уве, ну хватит уже. Погодите, погодите. Это и правда смешная. Чем отличается нильфгаардец от утопца? Ну чем? Утопцы умеют плавать. А, еще одна такая бородатая шутка, и ты отправишься плавать с ними. Да, Геральт. Как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет. Я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Как дела у Келис? Она была бы прекрасной королевой, если бы смогла выйти из тени Краха. Все, кроме Лугаса, ее поддержали. Но едва на горизонте появились корабли Императора, Ярл взял дело в свои руки. Ах, Ялмар! Он провел 3 набега на императорский флот. Все вопреки воле Краха и все неудачные. И он еще находит добровольцев на следующие. Очень на него похоже. Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами Аэн Сиды никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще порасспроси ловцов жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Рыбьи жабры? Так его прозвали. Потому что он часами может оставаться под водой. Никто не знает, как он это делает. Но у меня есть кое-какие подозрения. Вижу, ты от него не в восторге. Ничего личного. Его отца и деда я тоже терпеть не мог. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральт. Предки Матиаса и Эрлинга еще 100 лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Маг? Мы можем поговорить? Мне интересно. Ну что? По-моему, тру... Родай. До свидания.
Если послушать песню о Гудриде ржавом или сагу о людях холода. Я на твой счет ошибалась, Эдмар. Ну, чего еще? Счастливо, спасибо за теплый прием. А кто же? Не сейчас. Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот? А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиге. Я ждал этого всю жизнь. Что это за кит? Он должен появиться, когда призраки сойдут с небес в волны, змей разбудит гнев моря, а ледяное чудище пожрет остров. Я буду первым бардом, который сложит о нем песни. А проклятие черного солнца в легендах ничего нет? Черное солнце? О чем это ты? Неважно. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Кажется, есть какая-то пещера, до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удавалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. Эйвент! Да? Я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Я пишу работу по истории эльфов Айн-Сиды под руководством Мышавура. Мышавура? Он никогда не интересовался эльфами холмов. Я вижу тебя насквозь, грабитель. Ничего тебе не скажу о пещере. Хоть режь меня на куски. Лодка ловцов жемчуга.
Значит, без ныряния не обойдется. Не просто же так его прозвали рыбьими жабрами. Гляди, Эрлинг, говорил же я, что мы еще не закончили. Этого вон даже вылавливать не придется. Ты глупый. Не видишь, это ведьмак. А чего ведьмаку здесь надо? Жемчуг закончился. Не твое дело. Мы берем то, что нам дает море. Вижу, не слишком оно щедрое. Правда твоя. Мне бы нож получше. А то пара часов пройдет, и у них пальцы уже распухают. Вы хотя бы тела семьям отдадите, когда закончите? Правду говорят. Мутанты высоких чувств лишены. Ты на них погляди. Думаешь, их возлюбленные жены и матери хотели бы увидеть их в таком состоянии? Их похоронит море. И все дела. Вы порядком рискуете. А что, ты нам угрожаешь или как? Да при чем тут я? Под водой я слышал, как рычат чудовища. Почуяли кровь, должно быть. Я ничего не слышал. Простые люди такого не слышат. А когда услышат, уже слишком поздно. Пойдем-ка отсюда, Матиас. Вы, кажется, знаете что-то про эльфские руины на Скеллиге. Это кто сказал? Мышавур. Хм. Ты же не скажешь ему, что ты сегодня видел, правда? Может, и не скажу. Эльфские руины, значит? И что ты хочешь узнать? Друид говорил про какую-то пещеру, до которой вам не удалось добраться. Где это? На восток, от Каэр-Трольде. Попасть туда можно только с моря. Мы больше ничего не знаем. Если это все, мы бы лучше вернулись. Я бы так и сделал на вашем месте.
Я собираю материал для приключенческого романа. Хочешь написать о прибытии белых кораблей? Прекрасная мысль. Ты мог бы использовать мой перевод песни о Гелване и Диллиан. С большим удовольствием. Так где эта пещера? К востоку от Каэртрольда. До нее можно добраться только со стороны моря. Бывай. И удачи тебе с белым китом. Он появится сегодня. Обязательно появится. Не страшный, как морской дьявол. Говорят, вчера черных вместо рыбы было. Лучше выяснить это сейчас, чем потом все время ждать ножа в спину. Похоже на легкую манию преследования. Тебе не обязательно с нами идти. Я вот не как? Собиралась. И что? Жалился ты над ним? Ну, нельзя же отказать потерпевшему крушение. А вот как на берег вышел, тут я ему... Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на Скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы вместе были на островах, Авалак упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. И что, вы собираетесь просто пробраться туда и пошарить по углам? Да. Пойдешь с нами? Хорошо. Где это? На маленьком острове между Ундвиком и Спикероугом. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию, а я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорил, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Я и забыла, как она умеет выводить меня из себя. Пойдем, Цири. Мы будем ждать тебя там. Не тушься, меня не запугаешь.
Да. Да, Геральт? Прощай. Где-то я тебя видел. Я тебе морду не бил. Ведьмак убил чудовище! На что ты уставился? Ты ведьмак, верно? Завтра день рождения. Не знаю, что... Ну, вчера мы наделали... Эти спарейры смотаются, едва увидят имперское солнце. Вот и будут потом локти кусать. Нам больше останется. Пусть твой топор никогда не затупится. Вот так набег. Черные нам сами под нос товар доставили. Все равно, как если бабца сама под нос слегла. А мне для маца моего как раз нужен клиночек из веролецкой стали. А то меч мой тяжеловат ему еще. Я за тобой слежу. Это еще что? Ну, гравировка, украшение. Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Клинок под сердце. Ялмар славный. Попрошу повежливо. Завершил навеки путь его кровавый. Значит... Будь здоров. Мое почтение, ведьмак. Уходи отсюда! Я хотел поговорить. До свидания. Я за тобой слежу. Можем поговорить. Будь здорова. А медом тебе жопу уже намазали, герой? Ты какой-то изнуренный, белоголовый. Молодой Анкрай, парень не... Что это за чучело? В одиночку велик. Куда прешь?
город так хорошо защищен, мы наверняка найдем там что-то интересное. Как ты собираешься снять барьер? Попробую инклюзию Атлана Курка. Помнишь ее? Помню, как ты меня учила. Подумать только. Тогда я считала тебя эгоистичной холодной ведьмой. Ну-ну, только не надо нежности. Ну что, обличающие письма, шкафы, забитые скелетами? Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каякар Лиген! Мы разбудили стража. Я им займусь. Я попробую взломать барьер. Лабораторию не похоже, тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ты сама хотела сюда прийти. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Гляди, Геральт. Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. Авалак на корабле. Точно. А если нет? Хватит. Дистиллят? Пахнет... вербеной. Ага. Что ага? Ничего такого. Иногда ты меня просто бесишь. Ты знаешь? Травы. Вроде ничего ужасного. Погоди, это еще не вся лаборатория.